Всем привет! Если вы посмотрели превью, то значит у вас есть 30 тысяч рублей. Если честно, символическая сумма вообще как таковая для продажи данного канала. Ну и в чем, короче, вся идея? Примерно 27-28 апреля я делал видео по обращению к администрации игры. И хотел как бы получить немного отклика от админов по вопросу монетизации данного канала. Ну, то есть, поэтому как бы очень было интересно знать. Потому что люди получают как бы большое количество новых игроков. И игроки идут и возвращаются и играют чисто из-за моего канала. Это я точно знаю, потому что много очень новичков именно списывается со мной. Ну что ж. Как бы ситуация очень банальная. Никто на связь со мной не вышел. Ну и я решил, что, наверное, все-таки никому игра Music Wars больше не нужна. И рекламе она не нуждается. Поэтому хочу, чтобы кто-то из молодых игроков, кто-то, кто может сейчас продолжать, перевел данный канал в хорошее игровое русло. Но самый приятный бонус за 30 тысяч, которые есть, вы получите монетизацию, на которую вам не требуется большое количество убитого времени. Как вы знаете, что на канале надо набрать определенное количество просмотров, определенное количество часов, причем эти часы не считаются стримами и так далее. Там много очень интересных вещей, которые действительно очень надо сделать. Ну что ж, здесь вы получаете прямо целиком весь канал. На это уйдет 7 дней на переброс всех параметров. Захотелось бы, конечно, чтобы кто-то купил из своих, кому будет интересно в дальнейшем на Ютубе зарабатывать, возможно, на какой-то рекламе с других проектов. Честно, я не буду вести канал, вот прям буду играться, наверное, перейду на своего заядлого геймера, возможно, буду там стримить, но контент пилить по Music Wars бесплатно, честно, я больше не буду. Это, наверное, самое основное то, что есть. Когда была поддержка блогеров, я еще более-менее размышлял. Пытался выйти как-то на админов с подарками, тоже не так себе получается. Но получать, говорю, новых игроков за счет канала на Ютубе, который не поддерживает сама администрация, я не буду, честно. Вот, ребят, если у кого-то есть прямо желание какую-то игру начать стримить или какой-то проект новый начать развивать, плюс дополнительно играть в Music Wars, пожалуйста, вы наберете больше подписчиков, вы наберете больше формата. Ну, а ребятам, видимо, с этим все. Ну, я не буду, честно, долго вести канал. Возможно, если кто-то из своих не откликнется, я выставлю канал на продажу, на аукцион. Ну, то есть он идет тогда не к кому-то из своих, кто может это взять, а кому-то чужому человеку. Вот. Ну и тогда на канале, возможно, появится контент по вообще непонятной ситуации. Там, ладно, это уже совершенно другая история, это вас не касается. Думаю, что кому-то все-таки из молодого поколения несложно найти 30 тысяч и просто забрать канал. Ладно, ребят, жду предложения к себе в ВК. Ну и, наверное, окончание эпохи все-таки хорошая тема. 6 лет, даже 6 лет каналу за общий, да, 6 лет с общими, короче, всеми видосами. Ладно, жду предложения.